26 октября во всех школах города прошли парламентские уроки. В этом году уроки проходят уже в 10-й раз и посвящены теме Конституции Республики Татарстан «25 лет истории». На таких уроках в простой доступной форме рассказывается школьникам о роли и задачах законодательного органа власти республики, правах и обязанностях человека, о способах, инструментах участия в общественно-политической жизни и о том, какую большую роль в нашей жизни играет закон. Знание закона, в общем-то, всегда было интересно, в общем-то, важно знать. Мы живем в обществе. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. В каждом обществе, в общем-то, действуют социальные нормы, какие-то писанные, неписанные правила. Это и нормы морали, и нравственности, и этикета. Особое место, конечно, занимают законы. Среди них закон законов Конституции. Поэтому в зависимости от того, насколько мы хорошо будем знать законы, насколько мы будем исполнять их, наверное, будет зависеть и продвижение нашей страны вперед. И будет ли социальный мир, порядок или нет. Поэтому сегодняшний урок, в общем-то, имеет большое значение. И, значит, я думаю, ребята, в общем-то, расширить свой кругозор. В конечном итоге парламентские уроки способствуют формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Парламентский урок полезен тем, что знать историю Конституции, как она создавалась и какие трудности, может, происходили в процессе этого. И, как мне кажется, каждый школьник нашей страны должен знать историю своей страны и, самое главное, знать историю Конституции, потому что это главный закон, и ему должны все подчиняться. Парламентский урок – это совместный проект Государственного совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Институт развития образования. Реализуется он с 2009 года.